Тяжелая игра, но хорошо, что выиграли. Это самое главное. Тяжелая игра против типичной английской команды. Самое главное, что мы добились нужного нам результата. Закупили и увеличили наш шанс закончить отборочный этап на первом месте. Ну ничего, получше. Получше сегодня играли. Комбинации были, моменты были. Нам надо этот успех еще поддержать успехом в чемпионате России. В Европе у нас вроде все пока нормально. И мы уже головой мыслями в следующей игре, которую нам очень важно. Но они мощные игроки, все время делают ставку на длинные передачи, на борьбу, на подбор. Приходилось тяжело. Ну, конечно, надо продолжать победу. Сейчас забывать вот эту игру. Это хорошо, что выиграли, но сейчас очень важно чемпионат выиграть. Ну, мне кажется, что мы больше владели мячом и больше там получалось играть, чем в Англии. Ну, немножко болит, но все нормально. Такие вещи происходят и пройдет. Что Бердыев сказал перед тем, как ты вышел на замену? Ну, сказал, как правильно действовать по игре конкретно. Как именно, если не секрет? Строго в обороне. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо за победу.